Здравствуйте, с вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Кубок губернатора. Почти все ведущие дзюдоисты страны приехали в Самару заполучить престижный спортивный трофей. 24 региона, почти 200 атлетов. Хозяева татами и в этом году не подвели своих болельщиков. В копилке 14 медалей. Все детали турнира мастеру спорта расскажет президент Федерации дзюдо Самарской области Рустам Хасаев. Здравствуйте. Здравствуйте. У него вообще давняя история. То есть в этом году мы проводили его 29-й раз. Вот. Зародился он еще 29 лет назад в Сызрани. Вот, причем в том турнире принимали часть только женщины. Ну, в то время это был большой турнир, обычный турнир, который проводились у нас в области. Вот, с тех пор, конечно, проделано было много работы, и сейчас он превратился в один из престижных турниров в нашей стране. Сейчас у нас приезжает большое количество регионов, большое количество спортсменов. И в календаре у нас стоит удобно перед чемпионатом России, который через месяц пройдет в Нальчике. И поэтому каждый год на него приезжают ведущие спортсмены, чтобы попробовать свои силы непосредственно перед чемпионатом России. Ну, вот если перечислить регионы, которые в этом году участвовали в турнире, кто? В этом году было 24 региона. Вот, в принципе, практически это охватил практически всю географию нашей страны, за исключением там, Дальнего Востока. Вот. Поэтому состав был приличный, и качество именно спортсменов, которые приехали, тоже на высоком уровне. Ну, я знаю, сборная Самарской области, что мужская, что женская, очень сильная. Вот кто приезжал? Там Москва, Питер, кто из сильнейших сборных был у нас на турнире? Москва была, и Питер был, были и челябинцы, были пермяки, вот, поэтому борьба была такая действительно серьезная, схватки были упорными, и победителя было всегда предсказать сложно. Ну, с самого начала вот это была упорная борьба, или только это все было видно в финалах и в полуфинале? Нет, борьба на протяжении всего турнира была упорный, потому что действительно уровень участников достаточно высокий. И надо отметить, что турнир у нас является мастерским, которых сейчас не так много. То есть всероссийский мастерский турнир. И здесь выполнить норматив мастера спорта практически невозможно, потому что пробиться через уже мастеров, которые сюда приезжают, крайне сложно. Здесь и чемпионы России присутствовали, и призеры России, и победители международных турниров. Это Европа, чемпионат мира. Вот, Олимпийские игры. Принял участие 34 спортсмена в категории 73 килограмма. Наших представителей нашей области было 7 человек. Вот, и, к сожалению, представитель нашей области вышел в финал и, к сожалению, проиграл. Но тоже неплохой результат, занял второе место. Да, вот о дзюдоисте Абророве что можно сказать? Вообще, как охарактеризовать, как он шел к этому финалу на этих соревнованиях и вообще, что он из себя представляет? Ну, шел он хорошо, в принципе, но, как еще раз повторюсь, борьба была тяжелой и упорной, вот, но при этом сумел выйти в финал, вот, ну, немножко не хватило, в принципе, мог как бы выиграть, но не хватило, наверное, немножко опыта, вот, в принципе, для этого мы и проводим этот турнир, вот, чтобы спортсмены набирались опыта и именно как раз перед самыми важными стартами понимали свои слабые стороны, на чем еще осталось поработать, заострить внимание перед главным стартом, чемпионатом страны. Вторая спортсменка, с которой мы писали интервью в этот же день, победитель категории 78 Лаврентьева. Победил соперницу
который она несколько лет назад проиграла на этом же турнире. Ну вот, немножко обидно проиграла она в той схватке практически в самом начале. Вот, но в этом году вот взяла реванш, поэтому мы ее поздравляем, как бы, и рады за нее. В целом о турнире, если говорить, вот 14 медалей, 3 золотых. В прошлом году, по-моему, медалей золотых было больше. В том году было 6 золотых. Вот, как это вот можно объяснить? Ну, в этом году... Болельщики могут не понять, в прошлом 6, в этом 3, кошмар дзюдо самарскому или нет? Нет, ну, в прошлом было 6, в этом было 3, но 4 серебряных, то есть их могло быть и 7. То есть никакой трагедии не произошло? Ну, нет, конечно, нет, всегда хочется, чтобы особенно дома, чтобы выигрывали, ну, вот, но соревнования их надо рассматривать с другой стороны, потому что они все равно являются подготовительными к чемпионату России. Поэтому, может быть, даже и к лучшему, что где-то на таких соревнованиях проиграть, чтобы понять, над чем поработать, чтобы выступить достойно чемпионата страны. Дональчик, сколько осталось времени вот реально дней? Остался месяц. Ровно? Да. Чем сейчас будет занята сборная Самарской области? Сборная будет готовиться, будет на сборах. Какой критерий отбора тогда, расскажите? Ну, отбираются они не на этом турнире, они отбираются на официальных соревнованиях, то есть изначально чемпионат области, потом Приволжский федеральный округ. Вот, и... Победители и призеры этих соревнований, они уже едут на Россию. То есть, получается, Кубок губернатора – это такая лакмусовая бумажка. Да, я вот про это и говорю. То, что это не является отбором, это является как контрольным стартом перед чемпионатом. Здесь люди, которые сюда приезжают, они уже знают, что они поедут. Ну, вот, и готовятся уже целенаправленно конкретно к чемпионату России. Значит, те спортсмены, которые здесь выступали, вопрос такой – показали то, что необходимое, то, что вы от них требовали, или нет? Или вот о чем мы говорим всю передачу, надо работать над ошибками. Да, ну, в принципе, все побороли свою силу. Где-то немножко кому-то чего-то не хватило. Но, надеюсь, у всех еще есть месяц, поэтому, надеюсь, все доберут то, что им не хватает, и уже будем ждать медали на чемпионате России. Чемпион страны. Туда едете? С какими надеждами и задачами? Ну, задача у нас одна всегда – это побеждать. Вот. Надеемся, что в этом году выступим неплохо. Вот. Загадывать не будем, но надеемся, что привезем несколько медалей. Поэтому конкуренты, как всегда… Не спят. Да. Не дремлют. Поэтому… Будем надеяться, что выступим достойно. Это был Кубок губернатора по дзюдо на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15:08 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи!